И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем, наверное, мочить рапторов. Во-первых, мне эта миссия нужна. Нужна она, потому что в этой миссии выпадают шлемачочки хорошие. Вот, а во-вторых, мы эту миссию еще не проходили, поэтому пройдем. Также я побегал вот на вот этом островочке. Рядом с мной, который там миссия. Ну, где нужно просто пройтись по точкам, и там дропаются седла на Тирекса. Ах, господи, чё это шо? И вот такие седла мне попадали. То есть я сделал 3 захода. Это вот со второго захода. И вот это вот с третьего захода. Вот. И вот такие мне седла попадали. Только, наверное, здесь одно из седел. А нет, я, наверное, какое-то седло надел. А, да бог с ним. В общем, вот такие мне седла попадали. И, как видите, здесь очень неплохие. Ну, допустим, вот это, вот это, вот это говно. А вот эти вот 4 седла очень неплохие. 3 есть. 4 еще добыл. Остается еще 2. В целом, вполне неплохо. Вот, ну и тут всякая фигня, конечно, которая нафиг не нужна. Кстати, да, тут мне шлемачок дропался, но это фигня. И я притомил себе парасерку. Да, парасерка вот в такой клеточке находится. То есть седло, все дела, вот в такой клеточке. В эту клеточку никак не зайти, и все в таком духе. Думал я, когда пытался пройти, то есть один из вариантов, я думал, никто, ну то есть кенгуруху я пытался провести на альфе, думаю, никто не сможет зайти под купол, но багаются, под купол заходят, а что самое тупое, я стою, закрываю куполом парасеркой кенгуруху, все хорошо, все замечательно, эта тупая тварь мелко начинает двигаться. Ну к ней же никто не подходит, кенгурухе никакой из агрессивных динозавров, все можно двигаться. Да, такой подставы я не ожидал, когда все это делал. Ну, да бог с ним. Подставы и подставы, что поделаешь. То есть, как бы я пытался и рексами и так далее. В общем, официально говорю, эта миссия кусок говна, так как эту миссию можно пройти, я везде смотрел, все видосы на альфе проходят гигой. Если, по-простому говоря, смотрим... Это все монстры, которые на локации. Вы видите гигу? Гиги нету. И вот это и вся проблема. Единственное, что... Вот. Да, и единственное, что вот вы можете сказать. X гига. Но, понятное дело, X гиги не существует. Такая вот срака. То есть, как бы, здесь гиги просто-напросто вообще нету. Вот, кстати, здесь был альфа... Кальмар, короче, как он там... я его убил, и вот он исчез. То есть, в целом гиги нету на этой карте. Нету. Вся карта прогружена, уже сколько где только не горцевал, то есть, она в целом здесь гига не спавнится. Ну, то есть, как бы, разрабы говорят, ты пройдешь альфу, только если принесешь гигу с другой карты. А это уже, как минимум, неправильно. Не, возможно, как-то можно с помощью магмозавра, типа вот это то, что он массовым скиллом бьет, но это в каком поколении их нужно выводить? А, забей, короче. Погнали на рапторов. Все-таки хочу я к рапторам сгорцевать, потому что там дают хорошие шлемки. Хорошие шлемки. А, че я далеко-то побежал? У меня где-то тут на болото есть ТП-ха, туда и пойдем. Телепортируюсь на N, потому что телепорт у меня стоит где-то в жопе, и это явно не то место, куда мне нужно. Поэтому телепортируюсь на N, через Хеленку. Ну, чтобы знали. Ну и, собственно, вот, чутка копейки у нас здесь есть. Так! Давай сразу же вызывать Рекса. Рекса я буду вызывать номер 8, если не ошибаюсь. На тебе как раз должно быть седло. Да, ты как раз у меня не прокачан. Ты из тех, которых нужно подкачать. Вот. И как раз на Рексульках и подкачаемся. Да.
Так он медленный. Я так от этого отвык. Нет, скорость убрать. Ну, вперед. Вперед, по крайней мере, по болотам на Рексе горцевать поудобнее. А Рекс был у меня медленный, потому что Shift сбился в настройках. Ой. Все нормально, все бежим. Сейчас попадаем на гамму. Ну и, соответственно, там уже смотрим, что по времени займет эта миссия. И будем уже... О, веб-поиск. Етишки на радость. Опытом дешевле. Гамма. Типа миссия про стаю этих стаю рапторов. Посмотришь на это? Так, давай сканируй. Отлично, погнали. Нифига не видно. Ага, я что-то нашла. Ну, допустим. А в какую сторону бежать? Отлично. Бегаем кругалями уже с самого начала. Мне эта миссия однозначно не нравится. Да ладно, нравится, нравится, конечно. Кусок говная миссия, бляха-муха. Ты серьезно? Вот и... Вот что вам от меня сейчас было нужно? Дурные отродья. Погнали! Да ё-моё, он еще такими кругалями петлял с этими следами. Просто кошмар какой-то. Да вы посмотрите. Пяу, пяу. Кругалями просто... Вот какая овца это так бежала. Скоты. Вот это. По дороге, извините, меня аж затошнило. Так, сеструля, газуй за мной. Так, погоди, вот так. Вот так, все-таки так маневрировать быстрее. Следики, давай всех собирать. Пошел ты! Нападают они на меня, а? Жопу, за жопу себя укуси! Ты сюда, скотина. Чё там? Не выпендривается, смотри. Самое главное вовремя среагировать. Так, где следики? А ты серьезно? Это не мои рапторы? Нет, не мои рапторы. Так, где? Во, включил. Ёшкин кот, эту надпись. Ну, раздражает меня эта надпись. Вот когда она просто так вот эта надпись сверкает, она меня раздражает. Да ты серьезно, а? Гнида. Кругаля, лево-право. На Рексе это он вообще ж неповоротливый в этом плане. Это на раптор, да, он туда-сюда вот это вот начинает крутиться. Я-то неповоротливый. На Рексе. О, здорово. Ну, серьезно. Ну, это было несерьезно. Это было очень несерьезно. Ладно. На Рексе, конечно, тусоваться, это сама несерьезность против рапторов. Давай. Ну, твою мать. Ладно. Дай-ка я быстро это просканирую. Не подходи. Секунду. А, немножко. Оп, горло запершило. Отлично. Нафиг все. Не будем на всякий случай слазить. Ой-ой-ой-ой, куда направляешь ты меня? Так, давай сканируй. Ага, во. Вижу. Вот
вот светишься, мне вот это прям вообще очень сильно помогает, я так скажу. Ай, да ладно, ты пошел так. Так. Так, вот так, вот так. Оп, оп, оп. Добрый вечер. Ну, давай, садись. Отлично. Это прям очень весело грацевать на болоте. Пешком. Поплавать он раптор решил, блин. Там пираньи плавают. Собака. Историческая. А, вот они, следы. А в смысле, как ты здесь прошел? А, вот, следы. Вот это, конечно, да, разработчикам, конечно, респект за то, что они такие козлы. Просто мало того, что нифига не видно, так еще и вот это, да? Конченые. Ну прям конченые, ну честно. Так, ладно, в жопу. Вроде никого не вижу. Так, так, так. Конечно, очень удобно вот так вот. Ну так я считаю, все равно поудобнее, чем бегать. Так, Рексуля, не закрывай обзор. Сейчас эта тварь где-то появится. Так, погоди. Не понял. Где-то там, где-то там, где-то там, 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 там. А, во, вижу. Отлично. Не, ну вы себя бессмертными, что ли, считаете? И где Рекс застрял? Не-не-не, вот Рексу застревать точно не нужно. Да ты серьезно, иди сюда. Восьмой. Ноги. Так. О, добрый вечер. Нифига себе, вот это был нежданчик. Что там такое? А, болото. Как я их ненавижу. Так. Начинаю сканирование. Да ёб твою ж задумку, ну серьезно. Пошел ты. А, вот они где следики. Посмотрим. Хопа. Сканер включен. Так, назад. Так, не в ту сторону. Посмотрим. Ой, да иди ты в баню. Так, атакуй мою цель. Давай, расправляйся, короче, сама с ними. Я пытаюсь это. Меня гасят, мочи. Отлично. Так. Так. Во, нормас. Бежим. О, вот ты где. Ну, это ты зря, короче. Стоять! Да стой ты. Дурная. Отлично. Так, на какую сторону ты тут следик меня показываешь? А, не лагай! Вот ты сейчас серьезно, да, вот это хорошо. Ну, отлично. Все, погнали. Да ё-моё. Начинаю сканирование. Нет, так я свою башку все закрываю. Ё-моё, это все-таки не очень приятное путешествие, я вам так скажу. Так, куда сюда? Как же это, черт побери, неприятное путешествие.
Так. Ну, в особенности вот эта трава, короче, прям самая бесячая, это вот эта трава, честно. Она просто перекрывает полэкран, и ты такой, блин, ну я ничего не вижу. А? Дурная. Да иди ты нафиг. Нафиг иди. Не вижу, не вижу, вижу. Иди нафиг. Ну и, ну и дура, короче. О, здорово! Придурки! Не, ну вы, короче, зря. Вот это пытаетесь что-то сделать? Ну, просто я знаю, что моя броня хорошая, и ее... О, я с седлами гоняю. Я забыл их выложить. Моя броня хорошая, и я знаю, что она все это вывезет, и поэтому я не переживал. Это гамма. Уж ногами здесь вообще изи-бризи. Так, что у нас? Ну смотри, 508. Здесь только эта прочность больше. Ну, уже ногами мне дают неплохую. Шапку. Шапку-то неплохую дают, это неплохо. Неплохая шапка, это неплохо. А я просто гений говорить. Ну все. Как прокачалось. Огонь. Но мало. Такс. Да я что-то всего круголяту делал, что ли? Ё-моё, я с точки Н бежал сюда дольше. Ну, погнали обратно. На бете, конечно, уже будет посложнее. То есть я вот так вот, просто так, типа, раптор, бейте меня. У меня так уже не получится. Это 100%, то есть, ну как, получится. Они мне броньку очень сильно просто повредят. Это, конечно, будет еще та беда. Да, и вот. Я каждый раз, короче, когда делаю скриншот для превьюшки, о, там дешевле, вот. Каждый раз себя матерю за то, что... Ну, дебил, ну выключи ты эту долбанную трубу. Ну, ну невозможно же найти картинку для превьюшки. Вот. Поэтому я сейчас немножечко побегал ногами без вот этих вот обведений и так далее, чтобы мне было потом полегче картинку сделать. Да, немножечко помучился ногами, зато потом будет меньше мучений и более удавшаяся картинка, я бы так сказал. Вот, надеюсь. Ну чё, хотя нет, слушай, смотри, следов-то намного меньше нужно. Там же 140 что-то было с лишним, да? А здесь уже меньше. Кайф, кайф, если бы это так. Опять-таки же, вот уже стемнело, да? Стемнело. Ну, темнеет, в смысле. И вот уже следы начинают чутка получше проявляться. Ну, тут как бы два варианта. Либо следы получше проявляются, либо я уже настолько приноровился их смотреть. Ну, нет, мне кажется, все равно следы уже получше видно, вот эти вот красные эти, их видно уже получше. Так. Да, я не поворачиваю камеру, чтобы мне легче было поворачивать, ну, то есть, как бы смотреть. Сейчас, давай, 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 жопкой, 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 отлично. Сейчас хочу попробовать все-таки на бетке. На вот этой бетке. Как он по мне будет атаковать. Ну, то есть, как бы, чисто раз на раз и Рекс выходит. Серьезно? А, вот, следики. Ну, там водичка. А, не, нормас. Не сильно глубокая водичка. И не сильно долго водичка. Хорошо. Ах ты собака! Водичку ныряет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вот почти получилось. Ой, дурной! Ой, дурной! Не, ну с такой-то броней это же это. Не кисло так наносит. Не, ну вы сами видели, просто сам напал. Ну вот это. О, здорово. Это надо сколько ума иметь, чтобы напасть на Рекса? Ой, дурной.
Так, подожди. Это все следики, отлично. Погнали. Не-не-не-не-не, иди нафиг. Лезет он ко мне. Не хочу я к вам прикасаться. Ну давай, ударь меня, фиг с тобой. Вот, отлично, все, иди в баню. Ну хорошо, и ты давай ударь меня. Отлично, все, сдох. Так, погнали. Так быстрее от них избавляться. Чем тут садиться на седло, вот это вот все дела. Не, не, нифига. Так быстрее. Когда у вас хороший рекс за плечами, то вообще прям как нефиг, нафиг, нафиг, нефиг. То есть как бы вообще пофигу. А-а-а! Ну, я нашел маленький изъян. Но хорошая броня спасает. Отлично, куда бежать? Просканируй-ка мне, куда бежать. А ты серьезно, что ли? Идите нафиг. Куда? Туда. Давай смотрим в пол, смотрим в пол, смотрим по направлению. Отлично. Вообще можно реально вот постоянно смотреть только в пол, и он тебя потихонечку будет направлять на следики нужные. Все, наконец-то наступила ночь, видно намного все лучше. Тихо, я что там, след пропустил что ли? Да, и с видом сверху я порой дезориентируюсь, в какую сторону я смотрю, а в какую я не смотрю. Ну, тут главное камеру правильно повернуть, и тогда проблем не будет. Хоп, 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 и все. Огонь. Начинаю сканирование. Чуть назад, чуть правее. Пытается ударить, промахивается. Змея-недоохотник. Так, ладно. Ну давай уже, ударь меня и сдохни. Спасибо. Так, вот они, следики, отлично. Ударь, сдохни и иди нафиг. А где следы? А, вот почему следов нету. Ну здорово. Так, отлично, значит, бежим в ту сторону, по ходу дела. Так, ну и где следы? Эй, алло. Посмотрим. Сканер включен. Вроде как показывал туда, да? Начинаю. А, не так далеко? Так. Включаем яркость. Ну, в смысле, гамму. Да сраные кусты, мать вашу, конченые ублюдки, чтоб вам мыкалось, козлы, кто придумал такие кусты. Ладно, фиг с вами, в джунглях такие кусты, это нормально. Я не спорю, но бесит. Так, все, стоп. Куда этот показывает? Ну, сканируем. Вот сюда. Отлично. Иду. Вот, все, нашел. Господи, это прям отвратительно. А, не, нормально, зацепил. Ой, иди в задницу! Овца. Странная пиявка. Потом бы опять был бы на экране поторчала тварь. Бесячая. Мне уже приходилось, пока за кадром бегал. О, добрый вечер! Оп, пошел нафиг. Ой, да ты застрял, бедняжка. Бедняжка застрял. Ну, сорян. Днем. И еще один укус. Отлично. Так, и что мы получаем?
Так, ну, во-первых, нужно прокачать. Что по шлемачкам? Так, это все то же самое. Да, это то же, что и было. Да, то же, что и было. Вот, шлемачок. Броня 582. Броня 806, уже неплохо. Вот, ну, понятное дело, у меня броня все-таки получше, так как здесь прочность. Точнее, шмотка получше. Броня-то похуже, но шмотка получше. Но уже предпосылы есть на примерно там 1500 на 1500 там, типа прочности и броня. Хорошо. Уже лучше. Ну, альфа. Чисто концовочка покажу. Ну, чтобы время не тратить. Ну что? В целом, что я могу сказать? Очень сильно дамажит, прям очень сильно дамажит. Но опять-таки же, вот это 1900, это дамажит в более лучшее седло. До этого он по 2400 бил, с 220 броней. То есть у меня было седло с 220 броней, оно здесь стояло. И бил по 2400 Raptor. Сейчас же у меня стоит седло, ну, раз они у меня все здесь были, у меня стоит на 326, то есть на сутку больше, и дамажит на примерно 500 урона меньше. Ну, это неплохо, справедливости ради, это прям очень много. Вот, но очень сильно дамажит. Рапторы столько, скажем так, не дамажат. Вот. Но особенно вот эти вот мелкие, просто смотри, как они съедают. Да уж, мелкие прям во главе с тем большим бы они просто бы этого раптора бы захавали бы просто на изи. Офигеть. Да уж. Неожиданно, что так, такой урон будет. Что мне надавали? О, не, вот, дали. Броню и... Ну да, вот из-за этих вот странное туча количества кирок, я думаю, мне ничего нормального не дали. Да, походу дела еще раз так говно выкинем. О, силуан тиранозавр дали. Ну, он говно, конечно, ну да бог с ним. Все-таки я надеялся, но я надеялся, что мне не придется еще раз проходить, чтобы нормальную шапку мне выдали. Но нет, увы, придется мне еще раз проходить эту дебильную миссию, но за кадром. Сейчас-то зачем? Миссии все пройдены. И что самое главное, все галочки стоят. Ну а я на этом с вами буду, пожалуй, прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем... Хуй. Пока. А что это у меня? Помахать рукой сбился. Пока.